Еще лет 20 назад было невозможно представить, что наша фармацевтика сможет конкурировать с импортной. А в 2020 году Россия первой создала вакцину от ковида. И впоследствии «Спутник Ви» была признана самой эффективной из всех мировых вакцин. И каждый месяц в нашей стране появляются новые лекарства, дающие людям надежду на выздоровление. Так, в 2023 году ученые создали препарат для борьбы с ВИЧ. Он значительно снижает вирусную нагрузку у пациентов с ВИЧ, при этом не вызывая побочных эффектов. Разработано лекарство для пациентов с диабетом первого типа, снижающее потребность пациентов в инсулине, а также инновационный препарат от болезни Бехтерева и средства для борьбы с деменцией. При этом государство активно поддерживает российских фармпроизводителей, в том числе обеспечиваем субсидии на разработку и регистрацию важных аналогов иностранных препаратов. Хороших вам новостей!